The Message. Катание на горном велосипеде принципиально отличается от катания на шоссейном, городском или любом другом. Во время езды по пересеченной местности, когда нет гладких ровных дорог, колеса каждую секунду ударяются об очередную кочку или ямку. По этой причине горные велосипеды снабжают мягкими амортизационными вилками, так как они значительно повышают комфорт катания. Несколько месяцев назад, в октябре 2018 года, американская компания Trust Performance показала свою новую разработку — вилку для велосипеда, которая получила название The Message. Она имеет несколько иную конструкцию, в отличие от стандартных вилок. Однако это, впрочем, видно невооруженным взглядом. Message изготовлена из углеродного волокна. Ее вес составляет всего 1 кг 980 грамм. К ее особенностям можно отнести подшипники, которые имеют увеличенный, довольно большой диаметр, а также наличие алюминиевых осей. Преимуществом же является тот факт, что вилка обеспечивает практически постоянный механический ход вне зависимости от того, по какой местности едет велосипед. Вилка двигается, выступая в роли амортизатора, однако движение это ровное, что делает езду более простой и комфортной. Велосипедисту практически не нужно менять стиль езды, подстраиваясь под окружающий его ландшафт. Также производитель подчеркивает стабильность, которую вилка обеспечивает при торможении, не опуская слишком сильно вниз. Примечательно, что Message требует технического обслуживания после каждых 250 часов езды. Этот показатель примерно в 5 раз выше, чем у конкурирующих моделей. Цена вилки — $2700. Tron XD. Если хочется приобрести дорогостоящий навороченный велосипед, потратить на его покупку деньги — лишь часть задачи. Вторая часть заключается в обеспечении достаточно безопасного способа его хранения, а также парковки. Замки для велосипедов доступны на рынке в изобилии и имеют простую конструкцию. Однако они не обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности. Tron XD от компании ULAC — замок для велосипеда, который представляет собой исключение из правил. С ним можно не переживать о сохранности даже самого дорогого велосипеда, ведь открыть его может исключительно владелец. Дело все в том, что замок был оборудован сканером отпечатка пальцев. Таким образом, Tron XD легко одевать на велосипед, а также снимать. Кроме того, замок устойчив к воде, а одной зарядки хватает на 2200 защелкиваний. Купить его можно за $90. Zarya Viz. Любые участники дорожного движения, будь то автомобили, мотоциклы или мопеды, оборудованы зеркалами заднего вида. Благодаря им водитель лучше контролирует транспортные средства, а значит едет безопасно для себя и для окружающих. Несмотря на то, что велосипедисты точно такие же участники дорожного движения, никто не оборудует их подобными зеркалами. Специалисты из компании RVI Active решили положить этому конец. За $38-50, в зависимости от модели, они предлагают купить браслет на запястье, оборудованный специальным зеркалом. Оно имеет прочную конструкцию, открывается всего за секунду. Оборудовано высококачественной линзой. Может вращаться, что делает пользование более удобным. С зеркалом Rear Viz велосипедисту больше не нужно оглядываться, чтобы знать, что происходит позади. Приспособление будет полезно как для велосипедистов-любителей, которые ездят по городу, так и для спортсменов, чтобы лучше понимать свое положение на маршруте. Retire One. Перед вами результат 2 лет разработок и тестирования. В октябре 2018 года норвежская компания Retire показала уникальные шины, которые позволяют комфортно и безопасно кататься в любую погоду и по любому покрытию.
Retire One – это система, которая состоит из съемных резиновых протекторов, крепящихся на колесо с помощью молнии. Чтобы снять один протектор и заменить его на другой, понадобится всего 60 секунд времени. При этом процедура такая простая, что во время одной единственной поездки шины можно поменять несколько раз. По словам производителя, крепление протектора достаточно надежное, чтобы велосипедист мог без опаски разгоняться до высокой скорости и выполнять резкие повороты. Другими словами, эксплуатационные характеристики Retire One никак не отличаются от любых других качественных шин. Материалом для сменки послужил натуральный каучук, его в составе 90%. Производитель предлагает три модели протектора – универсальную модель с широким рисунком, вариант для бездорожья и вариант с шипами для зимы. В будущем в линейке Retire появятся шины со встроенными светодиодами, а также экологичные варианты, изготовленные из волокон кокосовых орехов или стопроцентной переработанной резины. Примечательно, что в сложенном состоянии протекторы практически не занимают места, так что их легко брать с собой в дорогу. Retire One выпускаются в разных размерах, чтобы подходить любым велосипедам. Две базовые шины можно приобрести за $111. Комплект с двумя парами сменных протекторов обойдется в $260. Shuttle Bike Kit. Если вы когда-нибудь расстраивались из-за того, что в жизни, как в GTA, нельзя ввести чит-код, а после на транспортном средстве поехать прямо по воде, данное приспособление для велосипеда было создано специально для вас. Shuttle Bike Kit — это уникальный набор, разработанный итальянской компанией SBK Engineering. С помощью него самый обычный велосипед можно превратить в катамаран для езды по воде. В сложенном состоянии набор умещается в рюкзак стандартного размера. Его вес составляет 11 килограмм. Для сбора Shuttle Bike Kit не нужны какие-то особые сложные инструменты. С процедурой справится всего один человек. Время развертывания катамарана составляет всего 10 минут. Единственное условие – у рамы велосипеда должны быть либо круглые трубы, либо близкие к этой форме, так как специальные зажимы монтируются на велосипед и остаются на нем постоянно. В комплект входит специальный насос, который позволяет надувать катамаран, крутя педали. Максимальная грузоподъемность конструкции — 125 кг. То есть прокатиться на таком катамаране сможет любой среднестатистический человек. Цена — от $1500. The Chess Trainer. Чтобы полноценно тренироваться и сжигать за час от 500 до 1200 калорий, вовсе не обязательно посещать спортивный зал или вообще выходить из дома. The Chess Trainer — это небольшая приставка, которая превращает любой велосипед в самый настоящий велотренажер. 10 уровней сложности позволят выбирать подходящую нагрузку вне зависимости от уровня подготовки. Однако это далеко не все. The Chess Trainer обладает и другими уникальными интересными особенностями. Тренажер преобразовывает энергию движения в электроэнергию, которая накапливается в портативном аккумуляторе, идущем в комплекте. Его можно использовать как самый обычный аккумулятор для зарядки разнообразных девайсов. Производитель заявляет, что The Chess Trainer может довольно серьезно повлиять на экологическую обстановку. Согласно подсчетам, если хотя бы 1% жителей большой страны, например США, будет кататься на тренажере каждый день в течение часа, это позволит за год сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 75 тысяч тонн. Такого же результата можно было бы добиться, убрав с дорог 16 тысяч автомобилей. Наличие VR-очков сделает тренировки не только полезными, но и интересными. Разработчик подготовил для покупателей The Chess Trainer несколько программ, чтобы можно было, не выходя из дома, виртуально кататься на природе. Стоимость такого тренажера — $500. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!